Тина де Лакруа. Ха, класс. Герцог Орлеанский показывает свою любовницу. Круто, прикольно. Уже 17 век представлен. Канелетто, вот Венеция. Обалдеть. Это вот площадь Сан-Марко. В Венеции круто, собор такой же, и эта башня, площадь Сан-Марко, тоже Каналетто, это уже 18 век, обалдеть, красиво как, здорово, но это 18 век, Гранд-канал венецианский и Санта-Мария-де-ла-Салюта, мы там слушали орган, и вот здесь картина. Микеле Мариещи. Супер. Можно вернуться в Венецию 18 века в этой картине. На нулевом этаже 18 век. Франческо Гварди. Венеция везде. Обалдеть. Гаспар Ван Виттель. Это 17 век. Это Рим. Точно, Рим, площадь Навона в Риме, да, площадь Навона в Риме, обалдеть, с этими двумя фонтанами, класс, класс, это тот же Гаспар Ван Виттель, Дарсена, это в Неаполе, хотя он был голландским художником, рисовал Италию. Любили они Италию рисовать, потому что красивая она была. Каналетто. 1760 года. Джованни Антонио Каналетто. Обалдеть. Венеция. А здесь зал уже 18 века. Это вот Франциско Гоя. Картина. Нашли на Гоя. И вот еще... Одна его картина «El Tio Paquete» Франциско Гоя, написанная в 1819 году. Тут уже более современное искусство. Вот Жан де Лакруа. Его картина тоже 19 века, арабский наездник. Вот еще одна картина. А, это Теодор Герикульт. Поцелуй. Интересная техника. 19 век.